dvhub.ru. Что ниже всех известных нам видов людей, в том числе их предков. Любой, вот сегодня самая низкая раса, не раса, а национальной группой на Земле считаются бушмены. Любой бушмен с ростом 1,40 м, 1,50 м в среднем был бы гигантом по сравнению с вот этим флоресским человеком. Объем мозга данной находки тоже не поражал своими размерами. Тем не менее, они, вне всякого сомнения, были людьми, как и мы, но только менее высокого уровня развития. Почему они были такими маленькими? Вероятно, здесь действовало так называемое островное правило, согласно которому на небольших островах маленькие животные становятся более крупными, а крупные животные становятся более мелкими. Это не только относится к флоресскому человеку, есть находки, например, карликового мамонта на острове Чанел в Тихом океане. Его рост в холке составлял от 1,20 м до 1,80 м, то есть ниже роста взрослого человека, в то время как вообще классические мамонты, у них рост в холке порядка 5 м. То есть такой маленький, такой мини-мамонт. И таких, в принципе, случаев довольно много.